Следующая новость не о достижениях, но однозначно порадует, если не всех белгородцев, то любителей волейбола точно. Неужели Белгород все-таки примет чемпионат мира? К сожалению, нет, но зато на Белгород-арене состоится матч звезд, в котором примут участие именитые российские и зарубежные спортсмены. А будет ли там Тетюхин? Я бы на него посмотрела с удовольствием. Но только если на младшего. Павел – один из игроков волейбольного клуба «Белогорье», который претендует на участие в матче звезд. А сам матч-то когда? 12 апреля. В ближайшее время на страницах Всероссийской Федерации Волейбола и Оргкомитета Чемпионата Мира в соцсетях стартует конкурс для болельщиков «Угадай состав». Главный приз – поездка на матч звезд.